Всем привет, зрители моего канала Сад Чекальня. Сегодня хочу показать. Я не знаю, в интернете может есть такое, может кто-то показывал, но я не лазил, не смотрел. И я, короче, попробовал, косил. Ну как, я новичок в кошении. Купил пилу, я же показывал в предыдущих там роликах. Вот. И пробовал всякие способы. Сам учусь, как говорится. Ну там, чинить, налаживать. Такое все. Если сильная поломка, пришлось отдать в ремонт. А так по мелочи научился леску наматывать, все с ютуба. Короче, что я изобрел? Я придумал, как легче косить. То есть я все косят вперед. Он этот триммер очень задевает. Когда ты вперед двигаешься, он. Сейчас покажу. Вот этим вот, короче, вот этим фигней. Он задевает, то есть ты все время двигаешься, когда неровности, то есть ты толкаешь его, и он, как ты водишь, он все время задевает за этим. Я придумал способ косить легко и быстро, то есть вперед у меня получается долго. Я придумал косить назад. Сейчас я все покажу как, и это у меня получается очень-очень быстро. То есть вперед у меня получалось долго. Вот назад я скосил буквально за несколько минут. Там буквально минуту-две. Расстояние в метров 10-15. Сейчас я покажу. Вот так, как вы заметили, за какое время я назад покосил вот этот участок. Сейчас я буду косить вперед. Посмотрим, за сколько я покажу вперед. Давайте проверим. Вот вы видели, за какое время я покосил вперед. Сами смотрите по времени.
Я хочу сказать, что двигался я как старался, как быстрее. И что вперед, что назад. Но вперед мне почему? Потому что я все время, то есть когда вперед двигаюсь, я все время утыкался вот этим вот, как говорится, вот этой штукой. Я все время упирался вперед. Потому что неровности, это если косить по ровной траве, то да, но все равно, даже если по ровной траве, мне кажется, что назад косить, то есть я как веду, как будто вы моете полы. Вы же когда моете полы, вы не вперед же двигаетесь. Вот. Вы полы назад двигаетесь, моете. И вам удобней. И это то же самое, что вы двигаетесь назад и косите траву. Попробуйте, мне кажется, это лучший способ двигаться назад и косить траву. Вот такой способ я изобрел. А на этом хочу закончить видео. Кому понравилось это видео, ставим класс. Также подписываемся на наш канал Сад Чекально, чтобы быть всегда в курсе. Ну и всем пока. Удачи, ребята.